Никогда не скучно. Очень позитивный человек. Спасибо тебе, Максик. Спасибо. Лёш, наша следующая пара должна сейчас перетанцевать королей танца. Действительно, у следующей композиции ну просто фантастическая судьба. Эта песня стала неофициальным гимном Голливуда. Сразу после того, как величайший танцор 20 века Фред Астер станцевал под эту музыку свой прощальный танец. Да, очень трудно перетанцевать Фреда Астера, но это попробуют сделать наши яркие звезды Яна Хохлова и Петр Чернышов. Ты полна силы и энергии, а мы как бы, можно сказать, у нас тоже почти ничего не болит. И... Вы тоже полны силы и энергии. Мы, конечно, пытаемся бодрячком. Потому что Яна все так шустро делала, все твизлы, все зубчики быстро. И мне приходится Мама, тоже... Валил. Да. Когда шаги закончились, потом пошли в ход тросточки, цилиндры, музыкальные инструменты, да, ноты, пюпитр, пиджаки наизнанку выворачиваемые. Ну, в общем, как-то собралось очень много. Да, для меня, кстати, новый опыт такой вот именно с большим количеством предметов. То есть, ну, интересно, интересно. Из жизни муравьев, гигантов. Номер, можно сказать, шуточный. Не знаю, смешно, нет, но... Будет смешно. Ну, нам-то точно. Нам-то точно. Хорош балл, ставим музыку. Соревнования у нас получаются серьезнее, чем Олимпийские игры. Потому что для того, чтобы попасть в этот проект, нужно пройти через все любительские соревнования, через чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. Только потом... Ты отбираешься. Тебя сюда возьмут. Конечно. А на Олимпийские игры, в принципе, берут всех, кто не участвует. Это так и есть.
Помните в этой песне, когда со словами есть такая фраза «Trying just to look like Gary Cooper», стараясь выглядеть как Гэри Купер. Но вот этот двухсторонний смокинг, конечно, помог. И я бы даже сказал, что еще более авантажнее, чем Гэри Купер выглядел Петя Чернышов. Яна Хохлова явно копировала из старого-старого мюзикла «Дорис Дэй», и ей тоже удалось. Ребята с настроением танцевали, и беспроигрышная музыка. Я надеюсь, что и вам понравилось, и вы за них проголосуете, и жюри понравилось. Хотелось бы видеть эту пару среди наших лидеров. Яна Хохлова и Петя Чернышов. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Елена Анатольевна. Я ставлю 6-0 за темп, в котором вы работали, потому что одно дело катать очень красивые романтические вещи, они всегда более легкие эмоционально, это может быть и сложнее, но вот так работать, как вы, с этой филигранью, с этой четкостью, с этой точностью, и еще успеть вставить сумасшедшие трудные поддержки парного катания, я не говорю уже о танцевальных, это... должно быть оценено. И, как вы видите, все судьи это оценили. Игорь Анатольевич, как вам вот труба, ноты, стулья? В этот раз не помешали выставить наивысший балл? Даже если ты захотел бы, я бы захотел придраться к чему-либо, я это не смог сделать, потому что я увидел пару, которая от начала до конца сказала то, что она хотела сказать в этом номере. Спасибо, ребята, большое. Спасибо, Саша. Спасибо, Антон. Я, судя по твоим оценкам, тоже придраться было не к чему в этом танце. Да, мне понравился номер. И я еще увидел такое какое-то специальное старание. Видимо, ребята действительно очень старались этот номер сделать. И у них это получилось. Что было внутри номера? Сложные танцевальные шаги. Много. Да, много поддержек. Высокая парная поддержка, потом трость, труба, стул. И вообще-то по течении всего номера ни разу никаких не было промахов с инвентарем. И все шло так, как запланировано. Именно поэтому такие высокие оценки. Ребят, вы были блестящие, я вас поздравляю. У меня сложилось впечатление, что вы получили массу удовольствия от этого номера и друг от друга катаясь вместе. Я права? Действительно, получили массу удовольствия, работая вместе. Пользуясь случаем, хочу отблагодарить в первую очередь Яну, свою партнершу. Взаимно. Ты сегодня просто блистала. Мне практически ничего не нужно было делать. И, конечно же, спасибо огромное жюри. Я знаю, как им непросто сегодня оценивать вот эти смешанные пары и быть достаточно справедливыми. И, наверное, ну, для них это огромный тест тоже. Спасибо вам огромное. Яночка, как тебе в высокой поддержке, в спортивной поддержке? На самом деле, я здесь полностью доверяла Пете. Вот, было... Я взаимно хочу сказать, что очень приятно работать. И буду дальше совершенствоваться. Мне очень понравилось. Сейчас прозвучит уникальная мелодия.